Сейчас посмотрим, как они уничтожат. Улучшение завершено. Так, ну базу-то надо по-любому еще одну сделать. Что он с одной биомассу собирает с туши? Рой жаждет крови. Так, гривни. Надо искать еще эти омуты. Покончим с этим. Рой не знает усталости. У нас мало времени. Месторождение минералов выработано. Это мой мир. Приближаются изначальные зерги. Надо защитить рабочего. Наш рабочий подвергся нападению. Мы должны защищать его, чтобы он смог доставить биомассу. Сдох рабочий, блядь. Долбоёб. Да? Ну, похуй. Сейчас мы сначала пошаримся здесь. Покончим с этим. Я иду. У нас мало времени. Вперед! Выкладывай. Все закончим. Изначальный организм функционирует подобно улью, порождает зергов. Рекомендуется аннигиляция. Кровь. Покончим с этим. Вперед! Я сокрушу любые преграды. Наши войска атакованы. Я иду. Вперед! Крушу любые преграды. Я слушаю тебя. Выкладывай. У нас мало времени. Вперед! Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Рой не знает усталости. Я иду. Покончим с этим. Раздавим их. У нас мало времени. Рой жаждет крови. Мрак атакует улей. Это мой мир. Наши войска атакованы. Я иду.
Молчи. Рой жаждет крови. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. Так вот. О. Наши войска атакованы. Вперед! Я слушаю тебя. Тушу и Глобраза хотят уничтожить. Это мой. Я слушаю тебя. Вперед! Так, ну не здесь, наверное, или здесь, или в этом правом углу. Покончим с этим. Рой не знает усталости. Виспеновый гейзер иссяк. У нас мало времени. Месторождение минералов выработано. Наши войска атакованы. Что теперь? Говори скорее. Выкладывай. В этой эссенции столько жизненной силы. Мне нравится. Я иду. Наши войска атакованы. Рой жаждет крови. Да? Завершено. Так, а что он будет здесь базу ставить, нет? А вот собирать. Начальные зерги пытаются уничтожить тушу иглообраза. Наши войска атакованы. Да. Невозможно! Зерус поглотит тебя!
Поставим базу. Так, еще туши надо. Что теперь? Виспеновый гейзер иссяк. Наши рабочие атакованы. Выкладывай. Говори скорее. Изначальные зерги пытаются уничтожить тушу иглообраза. Это мой мир. Вперед! Нам нужно больше минералов. Наши войска атакованы. Так, понес. Этот скоро закончится, нет? У нас мало времени. Так, 4 куска туши еще. Нам нужно больше. Так. Рой жаждет крови. Короче, прикольная миссия. Ничего не напрягает, прям классно. И вот эти типы. Тушу иглообраза хотят уничтожить. Тебя никто не спрашивал. У нас мало времени. Прям мега четкие ребята.
Так, ну это соберет, я надеюсь. Ни хрена, биомасса вперед рабочего херачит. Говори скорее. А где еще, интересно, способности будут? Здесь, что ли, или там пассивки только остаются? Мы собрали половину от необходимого для пробуждения древнего объема биомассы. Да. Выкладывай. Тебя никто не спрашивал. Стая Бракка атакует нашего рабочего. Ну, сука. У нас мало времени. Еле выжил. 3 хп. Да. Ну-ка, подлечка. Рой жаждет крови. Я слушаю тебя. Месторождение минералов выработано. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Никому не справиться с Роем. Я иду. Покончим с этим. У нас мало времени. Наши войска атакованы. Никому не справиться с Роем. Вперед! Выкладывай. Донесет, нет? Интересно. Да я думаю, донесет. Мы почти закончили. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Наши войска атакованы. Да. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Наши войска атакованы. Враг атакует улей. Наши войска атакованы.
Оставьте оскверненные серги! Я убью вас сам! Защищайте улей! Выкладывай. Твои пустоголовые слуги – ничто в сравнении с изначальными зергами. Вперед! Рой жаждет крови. Рой не знает усталости. Покончим с этим. Все. Потому что мне нужна сила Зеруса. Я пожертвую всем, чтобы добиться своего. Ты поможешь мне. Твой рой отмечен знаком Амуна, падшего Зелнага, пришедшего на Зерус много лет назад. Он превратил зергов в свое оружие и забрал их отсюда. Но некоторые из нас скрылись. Наша численность росла. Наша раса оставалась чистой. Если ты ищешь силы, ты сама должна стать изначальным зергом. Ты должна стать чистой. Что это значит, хрен его пойми. Так, муталиск появился, уровни дополнительные, один рабочий потерян, а здесь что? 4 улья, а сложности боец, ну понятно. Изначальные зерги считают Рой оскверненным. Что с нами сделал Амун, падший Зелнага? Он хотел получить нашу способность поглощать эссенцию. Но мы были независимыми, не повиновались ему. Поэтому он подчинил зергов единой воле. Они утратили индивидуальность, стали рабами. Значит, скверна — это общий разум. Да. Для изначальных зергов такая судьба подобна смерти. Зурван какой-то. Моя королева, зачем мы разбудили древнего? Его сила превосходит даже твою. Древний — это ключ к силе Зеруса, а мне нужна эта сила. Но он может убить нас. Это называется идти на риск, то, что делают тираны, когда чувствуют, что наступил подходящий момент. Понятно. Так же, как тиран по имени Джеймс Рейнер прилетел на чар, чтобы вернуть тебе прежний облик. Да, именно. Но когда идешь на риск, Иша, то порой проигрываешь.
Здесь мы станем еще сильнее. Так, эволюция какая-то, ничего себе. Ну-ка, Керриган там. О, уровни еще кучу качать. Не то ли. Так, взрывной. Чакрам дополнительно наносит 9 единиц урона в регулированном цели или на 100% больше урона. Чакрам больше не отскакивает при ударе. Так, быстрая регенерация. 10 единиц, нифига себе. Минимум 5 секунд. Нормальная тема регенерация вот это. Губительный чакру. 3 раза. Вот эта хилка здравая будет. Пускай будет хилиться. А эволюции нет никакой. Значит, побазарим. Изначальные зерги недопустимо. Нужно искоренить, уничтожить всех. О чем ты говоришь? Ты видела изначальных зергов дальнего боя? Выведены из гидролисков. Изначальные зерги крадут гены Роя. Рой на планете часы и дни. Его уже копируют. Абатур, ты расстроен? Недопустимо. Сила Роя — способность заимствовать все лучшее. Изначальные зерги не должны получить нашу силу. Не волнуйся на этот счет. Скоро они будут на нашей стороне. Ну и задание тогда какое-то там. Задание. Отправляйся на место рождения зергов. Там ты пройдешь испытание. Тебя может разорвать на части. Но если ярость сделает тебя достаточно сильной, сила Зяруса будет твоей. Короче, это типа танка. И 10 уровней дается, ничего себе. Ну тогда будет 30, больше 35 точно. А, она тут перерождаться, наверное, будет. Ползущие плеточники и споровики могут выкапываться, перемещаться и пускать корни в новом месте. Пользуйтесь этим, чтобы сгруппировать прод на там, где нужно. Ты пришла сюда в поисках силы. Она нужна мне, чтобы убить Менгска. Скажи, что я должна сделать. Сила, которую ты ищешь, гораздо древнее меня. Она не дается просто так. Чем ты готова пожертвовать ради своей мести? Всем. Ты чувствуешь силу. Она взывает к тебе. Иди же. Изначальные зерги узнали о твоем прибытии. Они движутся к тебе. Абатур. Пришли мне то новое существо, над которым ты работаешь. Роевика. Выведен с использованием изначальной эссенции. Порождается ранчидов. Изначальные зерги нападают. Чтобы атаковать, Роевик должен окопаться. Выкладывай. Вот и они. Я сокрушу любые преграды. Изначальных зергов уничтожены. Путь свободен.
Не, это не танк, это что-то другое. Рой жаждет крови. Так, а как они вообще атакуют? Дальность 15. А. Окопаться. Да. Интересно, что у него за мутация будет. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Это мой мир. У нас мало времени. Теперь. Ты уже близко. Приближается момент истины. Скоро мы узнаем, достаточно ли сильна твоя ненависть. Это омут. Изначальный омут рождения. Он существует с незапамятных времен. И именно здесь впервые возникли зерги. Внутри него единая эссенция разделилась на несколько. Одна поглотила другую и стала сильнее. Стала первым зергом. Ты получишь силу, но потеряешь себя. Эволюционируй, обрети новую форму. Выйди за грани. Рекомендация – избегать омута. Каталитическая жидкость погубит тело королевы. Оно недостаточно сильное. Зато ненависть королевы достаточно сильна. И если я выживу, то стану намного сильнее, чем прежняя королева клинков. Загара, защищай Ули и Хризалиду, пока я не закончу или не погибну. Да, королева! Так, сразу вижу, еще базу можно сделать. Нам нужно больше роевиков. Их можно создать из личинок в инкубаторе. Так, ты с личинками-то погоди. Чё это у меня? Муталиски. Хорошо, они хилятся. Поблизости собираются остатки войск Бракка. Они готовятся к атаке на Улей. Нам нужны рывики, споровики и плёточники у этого входа. Так. Какого? Вот этого? Нам нужно больше. Пока что вот так. Минералов.
Так, где у нас там? Еще, кстати, можно построить. Экстрактор один. Я чувствую, как с другой стороны водоема собирается еще одна стая изначальных зергов. Слушайте меня, ваши зерги! Вы убили брата, но его стая выжила! Я объявляю его территорию своей, как и его эссенцию! Муталиск. Троевик. Нам нужно... Стаи изначальных зергов вступили в бой друг с другом. Пусть они перебьют друг друга. Мы должны защищать Хризалиду. Ваши зерги! Ваша предводительница спит и уже не проснется! Моя стая будет убиваться вашей эссенцией! Стая Ниагдры собирается атаковать наш улей! Покажем изначальным зергам всю мощь роя! Мать стаи Загара. Важное наблюдение. Изначальная эссенция концентрируется в омуте. Можно использовать. Создавать стаи саранчидов. Защищать улей от атак. Изначальные никак не успокоятся. Породить саранчидов! Убить их всех! Эссенция накапливается быстро. Можно использовать чаще. Thank you.
Так, что там еще можем? Ягдра послала в атаку на Хризалиду стаю летающих зергов. Так, и что еще? Шпиль есть уже. Я чувствую присутствие огромного изначального зерга. Тиранозор. Дикий. Неимоверная физическая сила. Полезная эссенция. Нужно получить. Это непросто. Нам придется пройти через зону конфликта между стаями Бракка и Ягдры. Так, срочи до 12 минут и убить. Обе стаи идут на нас! Приготовьтесь отражать сразу две атаки! Улучшение завершено. Сейчас, в принципе, отразить. Кстати, королев налепить. Превращение нашей королевы наполовину завершено. Держите оборону. Улучшение завершено. Наши войска атакованы.
Орден Тиранозора получен. Продолжу исследование эссенции изначальных зергов. Атакованный! Используется максимальное количество припасов. Все, ничего не страшно. Изначальные зерги разрушают завал рядом с Хризалидой. Нам нужны боевые единицы, которые могут атаковать воздушные цели. Чтобы уничтожить авиацию противника, мы можем породить королев в инкубаторе.
враг атакует улей. Наши войска атакованы. Невыполнимая команда. Используется максимальное количество припасов. Так, вот армия идет какая-то. Сильна! Мы поглощаем! Мы добываем эссенцию! Ваши зерги еще живы! Добудьте их эссенцию! Убейте их! Ягдра собирает войска! Они приближаются к нашему улью! Используется максимальное количество припасов. У кокона здоровье 200 прикольно. Рой победит!
Изначальные зерги атакуют Хризалиду. Наши войска атакованы.